13 сентября пройдут выборы в областную думу. В избирательной комиссии полным ходом идет подготовка к данному событию. Участки, организованные для проведения голосования, будут работать с учетом санитарных норм. Так, на избирательных участках должна держаться дистанция между участниками выборов 1,5 метра. Для ее соблюдения на участках будет нанесена разметка. Дню голосования будет предшествовать 2 дня. А именно пятница и суббота, это 11-12 сентября, когда можно досрочно проголосовать в участковой избирательной комиссии. С 29 июля по 9 сентября избиратель вправе подать заявление о голосовании по месту нахождения, а не регистрации. Сделать это можно с помощью территориальных избирательных комиссий через госуслуги или в МФЦ. Всю область поделили на 20 округов, 9 из них в Рязани. Рекомендации Роспотребнадзора, которые предусматривают в первую очередь это разделение потоков людей, то есть в УИКе и непосредственно в тех помещениях, где находится участковая избирательная комиссия, движение избирателей будет рассчитано таким образом, чтобы не было встречных потоков. Обязательно уже, соответственно, это входной контроль, меряем температуру. Непосредственно, как и было у нас с вами прописано, вручаем маски, ручки. Как обычно, кандидаты должны прекратить агитацию за сутки до дня голосования. Сами выборы стартуют в 8 утра 13 сентября. Общие результаты выборов должны быть установлены не позднее 27 сентября. А перед выборами традиционно пройдет день тишины, когда прекратится вся агитация. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».